проживаешь непосредственно в городе Терном? А если вдруг не тянет, допустим, к щит, и кому это раздражает? У вас выставлен на минимальный порог 30 микрорентген. Вот, чтобы он, ну, просто не пищал. Вот он. Детстве? Сколько показывают? Примерно 3. Короче, полете. Сказка, колобок. Помещение сейчас где-то до... Значит, вот сейчас с левой стороны и новая маленькая, которая, значит, будет копа, она взорвалась на четвертом энергоблоке. До взрыва четвертый энергоблок за саркофагус above the fence. It's not... Первое показание вы можете посмотреть у Жени, где же он герметичным сооружением. Саркофаг, отверстия разных дырок и так далее. То есть он не герметичный. Чистые, то есть аккуратные. Город сам был основан. Вот здание, вот вы видите, как страдает. Что мы будем? Кафе же, да? Вот такие вот, сложены вот так вот, стопочка. Смотрите, вот здесь сейчас сохранился один артефакт, я не знаю, каким образом. Так и стоит здесь. Всего союза на ударную стройку, так сказать, на развитие много молодых семей, очень много детей. Практически в основное русло реки после аварии. Вот это... Сейчас. Он, этот подшлемник фонит по бете очень много. По рентгену, да, средний фон. Ну просто по зданию. То есть, ну это норма практически. Самый ценный ковер. Это здесь демонтировали что-то, какие-то разбирали, какие-то что-то тут конструкции. Это ж... Мы видим здесь. Сколько какие показания? 10 почти миллиметров. О, реально, по-хорошему вон, смотрите, видите? Получается... Дальше пошел подвал, куда уходит, там катакомбы такие же. Значит, не шумим, выходим тихонечко. Костя, я хотел услышать, видишь, что в аварии, в живом городе, еще в живом городе. Поэтому стоять мы здесь долго не будем, фотографируемся и идем дальше.